Смотрите, что это? Что там? Говори скорей! Это мое детское фото. У меня такое странное чувство, что со мной кто-то следит. Мама, скорее, там Ангелина! Я не уйду из этого времени без папы. Вы что, решили сбежать ночью из дома? Нет, вы слышите, он жив. Папа, прошу, ответь, где тебя искать? Папа, папа, прием, папа, папа! Ангелина, он не слышит. Рация просто издает эти звуки, и все. Блин, бежим за ней! Фух, Ангелина! Что с тобой? Я подумала, что это папа. Ангелина, ну ты... Смотрите. Вот это да! Так вот почему Bluetooth словил не один сигнал. Нужно уходить отсюда. С четырьмя нам никак не справиться. Я так понимаю, что мы сейчас им неинтересны. Фух, еще бы! Интересно, куда сиреноголовый дел рацию? И как он смог скопировать голос отца Ангелины? Это и был мой папа, и он и жив, и найдет меня, я в это верю. Ладно, давайте не будем спорить. Разожжем костер и отдохнем немного. Да, согласен. Я пойду пока дрова принесу. А вы за костром присмотрите. Хорошо. Хочешь зефирку? Я прихватил с собой. Давай. Вот, бери. Какой-то он странный. Это маршмеллоу. Моя мама умела делать зефир. Почему умела? Она ведь еще жива. Возможно, я ее больше не увижу. Хочешь, я тебе зефирку на костре поджарю? А что, его жарить можно? Конечно. Вот, попробуй. У меня такое странное чувство, что со мной кто-то следит. Ну как тебе жареный зефир? Вкусно. Почему-то голова заболела. Что? Что случилось? Сережа! Ау! Мама! Фух, ну тебя испугалась. Мама, скорее, там Ангелина. Что с ней? Скорее! Ангелина! Что случилось? Я не знаю, она просто начала исчезать. Нам срочно нужно домой. Мама, мам, она очнулась!
Ангелин, все в порядке? Да. А почему мы дома? Ничего не помню. Ты в обморок упала? Странно. Я помню то, что у меня заболела голова, и все. После того я очутилась тут. Мам, я же тебе сказал, она исчезала. В смысле? Мам, она стала полупрозрачной, и я побежал к тебе за помощью. Ты меня сейчас разыгрываешь? А я помню то, что у меня сильно болела голова, и все. Я, конечно, понимаю, что за это время произошло очень много необычных вещей, но не могу поверить, что человек может стать прозрачным. Я это точно видел своими глазами. Ну, может, мы были на том же месте, где тебе казались всякие вещи. Помнишь тогда записка и все такое? Нет, мама, у нее палочка выпала из-за того, что рука исчезла. Так, слишком много информации для меня. Я отдохну немножко и обдумаю все. Да, я почувствовала себя как-то странно. Как ты думаешь, что это было? Не знаю. Зачем я попала в это время? Мы были рядом с логовом Сиреноголового. Ты ничего не припоминаешь? Нет. Как тебя зовут? Я Юля, а это Сережа. Я Ангелина. Очень приятно, Ангелина. А, точно, вы неподалеку нашли меня. Там был меченый пень. Получается, если тебя вернуть на то место, то ты обратно вернешься в свое время? Не знаю, возможно. Ладно, давайте я сделаю Ангелине травяной чай, чтобы она поспала. Я не уйду из этого времени без папы. Как ты знаешь, что он тут? Его куртка и мое фото в кармане. Вот твой травяной чай с медом. Пей и ложись спать. Сережа тоже пойдет в кровать. Ну, мама! Без разговоров. Мигом. Спокойной ночи, Ангелина. Я найду тебя, папа. Фух, испугал меня. Ну и далеко собралась. Папу искать. Сама? Я тебя не пущу. Не кричи, свою маму разбудишь. Ты за меня все решила? Я с тобой поеду. Нет, твое место в этом времени. Я сама это сделаю. Что это такое? Ночной режим охраны. Как это выключить? Упс. Вот так это выключается. Я что-то не поняла. Вы что, решили сбежать ночью из дома?